сбил двух пешеходов и скрылся. Во Владимире задержали водителя, который сбежал с места аварии после наезда на пешеходов. ДТП произошло 3 декабря около 15:20 в микрорайоне Юревец. По предварительной информации, водитель Audi 100 двигался в направлении микрорайона Спасская со стороны федеральной трассы М7 и сбил двух женщин 49 и 85 годов рождения. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. Известно, что там не было ни зебры, ни светофора. По словам очевидцев, удар был такой силы, что одну из пострадавших отбросило под колеса другого авто. В результате ДТП обе женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А вот сам водитель, как сообщают сотрудники полиции, после ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. В соцсетях появилась информация о том, что машина незадолго до происшествия была угнана, а ее водитель был нетрезв. Вскоре полицейским удалось обнаружить и задержать подозреваемого в угоне и совершении ДТП. Задержан 45-летний житель города Владимира. А установлено, что автомобиль, на котором совершено ДТП, ранее был заявлен как угнанный. По данному факту в отношении подозреваемого отделом дознания УВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. За остановление места совершения дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителем, не имевшим права управления транспортным средством, в отношении подозреваемого составлены протоколы о административных правонарушениях. По факту ДТП назначено проведение административного расследования.